Ясно, там же ж ресурс мотора не вечный, это ж его, блин, периодически ж перебирать, Конечно. менять детальки надо. Что самолетик же ж такой уже, видавший жизнь. А у него, по-моему, двигателя там. А, нет, Не, у него какая меньше. разница, в любом случае. А, то он еще взлетает. Запустился с толкача, что ли? Запустился с толкача? Ну, то есть он выключил двигатель, перевалился. Ну, у нас собаколетчик. О, хорошо, чтобы она вышла. Слушай, а по-моему, у одного из чуваков, которые сюда приезжают, мотель такого же, да? Ну, вот что-то красненькое, похоже, вот. Не, красненькое, то, ну, ни о чем. Ну, да, большой, так, что-то такое какой-то вот есть. Вот большой, с колесами. У Саши же у этого, у да, него да. же И вот желтый. Чувак, ну, он на руки его не может взять тяжелый. Или может? Ну, он, не, он размером с человека где-то. То есть он его разбирает, снимает крылья и вот так вот на всю машину. И он летает на какой-то специальной штуке, не на батарейке. Ну, на бензине. Ну это ж какой-то то ли мастер спорта, то ли чемпион там какой-то. У него тут тренировки просто. У него тут база и тренировки. Можешь поснимать.
Жаль, он не двухместный. Неважно, неважно, сколько стоило, собрал бы. Так покатали. Норки.